Следующая команда – команда «Эвкалипт». Эвкалипт – это полезно для здоровья, не так ли? А это за счет нового диода такая? Ну, мы не тестили максимально, дали сенсором диода. Что вы думаете об эвкалипте? Эвкалипт! Эвкалипт – это очень полезно для здоровья, для носа, горла и так далее. И из него делают всякие полезные лекарства. Видно было, куда он, зачем нагибается.